В связи с этим, Денис Владимирович, сразу вопрос. Я так понимаю, что вы осуществляете видеосъемку. Оставляю без ответа. То есть вы разрешение у суда, значит, спросить, а обсудить данную возможность не желаете? Нет, не желаю. Суд обязан знать Конституцию. Но мне очень хочется понимать, что вы правильно понимаете эту норму. А вы у нас в данном деле какой процессуальный статус имеете? Не знаю. Но вы, насколько я понимаю, в суд обратились в качестве административного истца. Ну, скорее всего, так. Скорее всего, так. А правила поведения я вам сейчас прочитал. И как-то получается, немножко у нас с вами в разрез идет. Никакого разреза. Кто идет в разрез? Фактически погашается. В таком случае ставлю на обсуждение вопрос о возможности ведения видеосъемки административным истцом в данном судебном заседании. Иван Андреевич, ваше мнение? Возможно, суда. Позиция понятна. Тем не менее, учитывая то обстоятельство, что административный истец в нарушении установленного порядка осуществляет видеосъемку, не получит на это разрешение суда, я требую от вас прекратить видеосъемку. Я объявляю вам еще одно замечание, и вы удаляетесь из зала судебного заседания до окончания рассмотрения дела. Вы удаляетесь из зала судебного заседания. Покиньте зал судебного заседания. Я имею право знать. Я имею... Денис Владимирович, у вас мало контента, что ли? Вы нарушаете права сейчас. Денис Владимирович, а вы нарушаете права. Действительно, контента мало. Приходится ходить по судам и делать много контента. Вы сейчас нарушаете права. Денис Владимирович, покиньте зал судебного заседания. Ну, право я могу воспользоваться, узнать, за что я получил замечание. Вы получили замечание за неисполнение требования суда прекращения видеосъемки. Я прекратил видеосъемку. Вы прекратили видеосъемку, я вам сказал, что будет являться прекращением видеосъемки. Все. А как это установить? Денис Владимирович, вызываем приставов. Какими приставов? Вызываем приставов. Пристав здесь. Какими нормами? Я имею право знать? Я прошу секретаря судебного заседания пригласить пристава для удаления гражданина судебного заседания. Денис Владимирович, пока не поздно. Выйдите. Я выйду, когда пристав попросит. Вы до сих пор нарушаете федеральное законодательство и не хотите остановиться в своих действиях. А вы, мне кажется, немножко перебарщиваете со своей собственной личности, исходя из контактов ваших зрителей. В некотором царстве все наоборот.